На Новогинской станет не только уютнее, но и просторнее. Тротуар расширят почти в два раза. Перед строителями стоит задача по возможности сделать больше все 27 пешеходных зон города. И зимой, и летом, и весной на сочинских тротуарах будет осень. Новая тротуарная плитка создает эффект листопада. От старой ее отличает не только цвет, но и форма и размер. Прежний крупный квадрат заменили на мелкую трапецию. Так изящнее решили в городском департаменте архитектуры. Покрытие с гранитной крошкой, а значит, должно прослужить как минимум 25 лет. Оно и дороже. По сравнению со старым, почти в два раза. Но в администрации курорта на благоустройстве улиц и бульваров решили не экономить. Впрочем, это не только местный бюджет, еще краевой и федеральный. На красоту сочинских пешеходных зон потратят 700 миллионов рублей. Помимо бордюрной появится тактильная плитка и пандусы. За этим особо строго следят власти. Улица Конституции, дом пионеров. На сегодняшний момент это активно уже работает в этом отношении. В Адлере, Бестужева парк. Данная подрядная организация приступила работать где-то порядка двух недель назад. Соответственно, срок окончания у них 30 октября. Заменят всю брусчатку и на площади у администрации города. Местные власти уверены, новые архитектурные решения жителям и гостям Олимпийской столицы понравятся. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.